Ребята, здравствуйте, привет! Мы прямо здесь, в Иркутске, находясь на снегу, на футбольном поле. На заливе буквально. На заливе, да, между прочим. Ну, пляж. Ангарский залив. Мы на пляже. Да. Снимем небольшой челлендж с ребятами, которые пришли сюда. Пацаны, всем привет! Это те, кто не испугался холода и готовы сыграть, собственно, прикольную игру. Надо будет забить максимально красивый гол. Вот что вы хотите придумать, то и придумывайте. Мы с Сивычем просто будем такими максимально независимыми судьями. Я, наверное, побуду в воротах. Сивыч здесь будет тусить, общаться. Автор самого красивого гола получает 5000 рублей. В этот момент на Ютубе обычно все охуевают и громко кричат. Давайте попробуем еще раз. Давай по новой, Федя. Все, хуйня. Автор самого красивого гола получит 5000 рублей. Вы готовы к Ютубу, поэтому я предлагаю больше не ждать ни секунды. Погнали! Здесь тоже довольно громко, еще разок. Нихуя вы не готовы. Вы готовы к Ютубу, я предлагаю больше не ждать. Погнали! У вас будет по две попытки у каждого. Сейчас будет, короче, самый красивый удар и самый красивый гол за сегодняшний вечер. Попытка была, иди готовься ко второй. Не показал себя в игре, но сейчас я его унижу. Ибо, Лена, забей! Прошу, ну хотя бы в лицо ему дай, ну. Сука какая! Не-не, я не уйду оператору. И что, это мой друг. Дружба крепкая не сломается. У этой рекламной интеграции было около 10 вариантов различных сюжетов. Но я решил, что в этот раз не стоит вам долго смотреть на мою говорящую голову. Лучше я вам покажу несколько классных видосов с супер милыми животными, на которых я ежедневно залипаю по несколько часов. А вы, я уверен, обязательно найдете там всю нужную информацию. Что, мой дебют на канале Фидос. У меня будет пенальти. Пятый. Хороший, блядь! Красава! Хорош. Это, кстати, первый человек, забивший гол у нас в челлендже. И пока именно он претендует на пятерку больше всех. Сейчас просто уверенно разъедем. Как же он подскользнулся нечаянно. Как ему фартит, это просто пиздец. В общем, не чаю из солнечного Иркутска. Привет. Ну, привет. Ну, это на самом деле мощнейшая заявка. Выход, попробую займаю усыпить и вот. Надо было еще Имаев! Бля, ты реально купил футболку Имаев? Не, я выиграл позавчера. Покажи-ка. И он уже прислал тебе? Да. Ты смотри, а ты видел? А где борода? Я не знаю. Ну а там прислал, а блатов до сих пор нет. Реально? Ты что ж молчал-то? Ты реально Блат тебя банил? Да, так он мне должен деньги. Кто, Блат? Да, 17. Расскажи историю. Давай, расскажи. Как это было? Полтора года назад. Ага. И он говорил, что сейчас в Америке их ждет. А что выиграл-то? Наушники AirPods 3. Влад, вот. Подожди, дай послушаем сейчас. И вот, я выиграл. Потом он мне в мае написал, что это.
Тебе лучше деньгами или на наушники? Я сказала деньгами и до сих пор игнорит. А есть пруфы, да, у тебя? Конечно. Так я тебе еще писал. Реально? Это я делал пост, напомнишь? Да, да, да. Это было, это история? Да, да. А с чем все? Блад сказал, что отправит? Да, он сказал, типа, да, сейчас сделаем. Сейчас я вернусь из Казахстана, говорит. А сейчас я ему пишу, он игнорит. Брат. Брат, как? Мы не зря приехали сюда. Этот ролик удался. Этот ролик удался. Симыч, поздравляю тебя, брат. Мы решили. Сколько наушников, значит, должен? Ну, нет, деньги, 17,399. 17,399. Слышь, а нет такого, что мы только что тебе еще на канал ролика спродюсировали? Где деньги? Блатов. Блин, на самом деле много идей есть. Все хочется воплотить. Да, пока выход, братан. Неплохо, неплохо, да. Выдумал на ходу. Гол есть. Хорош, руки пробил мне. Вот такой гол дам. Смотри, за счет чего в Иркутске живут люди. Пойдет, хорош, хорош. Хочу, иду пятерку дать, он съебывает. Пятерку? Ты да, уже, я считаю, это самый красивый. Самый красивый, я считаю. У нас, короче, такая ситуация с моим другом, что мы сюда приехали за 1.5 часа. И нам до дома ехать 2 часа. Ну, плюс-минус час. 5000 нам нужно вообще позарез. Нам нужно такси до дома. И поэтому я за эту 5000 готов рвать. Тем более у нас в городе такие деньги не водятся. Только, блядь, ебальник не бей, все остальное не важно. Спасибо. Договоримся. Как зовут? Санька. Меня. Вас не знаю. Врать не буду. Ну, хорошо. Пока на пятерку не претендуешь. Но есть вторая попытка. На пересдачу. Broke Boys. Number one, блядь. Седьмой. Просто пеночку хочу забить ему. Гениально. Я чуть ебалом не отбил. На ногами вперед тебя надо, чтобы ты вот так вот. Ты на жопу упадешь, тебе мягче будет. Ну понимаешь? Да, так лучше так, да. Давай. А так ты понимаешь, ты зубы можешь поставить на асфальте. Дорого стоит. Слово пацана, зубы на асфальте. Раз. Два. Андрюха, три. А ты знал, что тебя кинут? Ты знал, что тебя кинут? Ранить пятерки просто. Они кинули друга. Слышь, а он не знал, что его кинут. Да ради пятерки еще раз кинем. У нас есть заголовок на этот видос. Кинули друга в Иркутске. Раз. Два. Три. Инженер, сильнее раскачай! Блин, еще сильнее! Давай передачу! Мужики, не хочу ничего такого сказать, но как будто бы за идею можно это... Можно процентик, блядь! Хорош! Да я деньги попросил! Вы сейчас пятак заберете, блядь! Они делят, да, уже делят! Не, ладно, я свой процент тебе отдаю на лечение сраки. Это было больно, но достойно. То, что Амкал Доги играет, это уже давно было понятно. Фидос просто отошел с ворот, и все, мой пятак под вопросом встал. Сейчас попробуем дать вампирчик, посмотрим, что получится. Ой, твою мать! Хорош, я не... Туда его! Швыряйте ебалом теперь вперед! Трофина! Ну что, блядь, кидаем? Вратарь! Так, вратарь, вратарю! Да! Нет! А это твой брат? Сип, ну как? Сейчас, хорошо было, да, Федот, хорошо. Кто не понял, вот этот вот мув с шапкой, посмотрите обязательно... Следующий ролик. Там вам все про это мы с Сибычем. Ну, вернее, как. Сибыч мне и вам объяснит. Да, был, но был сейф, хорошо. Новая идея, давай, короче. Давай. Смотри, мы сейчас Федоса обманем. Один у нас станет бить на точность. Да, а мы будем отвлекающим маневром. Мы сейчас шкаф. Я знаю их концепцию. Пока все меня пиздят, этот забивает. Я думаю, такая будет. Не-не. Я буду пиздить, я буду забивать. Большая разница
1, 2, 3. Давай! Я его даже не Офсайд! Да, вне игры, по-моему, было, да, вне игры. Давай еще раз, вне игры! Но надо отдать должное, Федос прочитал ситуацию. Он уже 2 дня в Иркутске, и он знает, чем все пахнет. Федос их переиграл. Руку подними, если готов. Ты же брат, опустишь, лохом будешь. Бля, нормальная тема. Да, я живу по понятиям. Готов! Если под Федос жил в Иркутске, какая у него погремуха была бы? Кстати, интересная тема. Ну, кроме залупы, как ты называл вначале. Нет, ну, блядь, судя по его шуткам, его бы называли... Какой-нибудь запердыш, я думаю. Ну, реально. Потому что у него про говно много. Он был абсолютно безжалостен перед своими соперниками у ворот. В мае 2021 года дважды совершил успешное покушение на победу Тудроц в серии пенальти. Голевой вор в законе. Скрывается под своим альтер-эго. В своем лексиконе неоднократно использовал слова из туалетного юмора. Соратники звали его «Запердыш». Просто пляски удар, да? Без всяких падений, отбиваний, жопы там. Прикинь, я домой прихожу, у меня просто мама спрашивает, почему ты не садишься, сын? Что мне говорить? Если я скажу это, она мне не поверит. Она мне не поверит. Очко болит, да? Еще и без 5000. Если там такая... Будет странно, если с пятерой ты придешь. С пятерой, прикинь, жопа болит. Вот это пиздец. Я очень сильно замерз, у меня просто желание дать Федосу поебалу. Догоняй его, догоняй! Вот! Вот так вот! Я из этого, слышишь? Я из этого еще сделаю шортс отдельный. Как работает карма. У меня просто желание дать Федосу поебалу. Ах ты, сука! Последний удар. Спасибо, да? Вам большое. Последний, я, кстати, кайфанул прям. Последний удар. А, пацаны, стоп. Последний. Никаких нахуй спасибо, еще один. Он не кайфанул. Последний удар. Last Dance, что называется. Вот те, кто бьет пенки, суки. Так, мужики. Во-первых, я вас всех поздравляю со съемками в челлендже. Как вам? По-моему, было, кстати, не скучно. По-моему, было даже прям весело, и я, ну, это выше моих ожиданий. Вот. Во-вторых, что мы узнали из этого челленджа? Что Виктор Блатов пёс. Ну, надо обосновать, конечно, будет. Вот, да, я думаю, что скоро ждите расследование на либо, хотел сказать, на канале Сибачу, но... Ну, сначала нужно расследование, где мой канал. Да, да. Вот, у нас есть несколько голов, которые нам понравились больше всего, поэтому начнем с мини-призов по косарю. 2 приза по косарю. Ты забил скорпионом и головой. Мы награждаем тебя 1000 рублей за эти голы. Держи. Больше, чем дуб забил. Больше, чем дуб, это факту. Правда. Кто забил пяткой? Иди сюда, тебе достается еще косарь. Ну, по-моему, это было, во-первых, жертвенно, во-вторых, красиво. В общем, пятерку. Пятерку. Но он был не один. Да. Их было несколько, поэтому выходите все те, кто забил, да. Кто забил и кто держал. Подкидывал. Подкидывал, да. Красавчик. Красавчик, хлопаю. Держите. Блядь, ну монтажно сделали, теперь давайте. Но перед тем, как мы сделаем совместную фоточку, мужчины, всем большое спасибо за участие, за футбол, за этот челлендж в Иркутске. Супер, мне очень понравилось. Давайте финально пошумим!
Только не выкладывай пока фотку с пятеркой, ладно, никуда? А я тебе ее не скину, блядь.